большой привет! Вы на канале Секреты Вязания. И сегодня мы с вами будем вязать новогоднюю шапку, вот такую, как сейчас вы видите на мне. Это шапка Санты или новогодний колпак. Свою шапочку я связала уже давно, и служит она мне уже не первый год. Я вам постараюсь ставить фотографии, где я в этой шапке. И такая же шапочка есть вот у моего мужа. Она немножко короче, как вы видите. В принципе, шапку такую можно связать любой длины. Мы будем с вами вязать вот эту вот шапку. Ту, что покороче. Вот так смотрится на мне длинная шапка. А эта шапочка та, что покороче. Видите, как она смотрится? Помпончик достает буквально вот до подбородка. И длинная шапка, и короткая очень даже классно смотрится. А какую из них вязать, решайте уже сами. Не всем почему-то нравятся вот такие длинные шапки, как у меня. Обычно, как я заметила, носят такие короткие шапочки. В магазинах вы знаете, что продаются шапки Санты такие вообще коротенькие, с какой-то такой ткани. Но лучше вот такой вязаной шапки я ничего не встречала. Предлагаю вам не покупать шапки в магазинах, а самому своими руками связать вот такую классную шапку. Она будет вам, поверьте, служить очень долго. Пряжа хорошего качества, хоть и бюджетная. Если хотите, можете связать из пряжи какой-то подороже. Такие шапочки вы можете навязать всей семье, и они вам подойдут и для фотосессий, и для новогодних и рождественских праздников. И просто вы можете одевать ее и ходить по улице в месяц, как минимум в январь, пока идут все эти новогодние праздники. Также такие шапочки можно сделать и для новорожденных, чтобы сделать красивые фотосессии для малышей. В общем, поверьте, такие шапочки вам пригодятся не раз, тем более их можно вязать не обязательно красным и белым цветом, можно сделать синим и белым цветом, голубым и белым, полосатую можно сделать, или связать такую шапку и украсить ее снежинками, или вышить какой-то рисунок на этой шапке. Можно делать что угодно. Шапка достаточно теплая, а если зима не холодная, как у нас сейчас, то, в принципе, можно носить ее спокойно на улице, и будет тепло. А в помещении, конечно, в такой шапке вам будет даже жарко. Поэтому, если вы специально будете вязать для помещения такую шапку, то можете взять какой-то полухлопок вместо полушерсти. Такую шапку также можно связать себе для горнолыжного какого-то курорта. И чтобы ее утеплить, можно связать внутрь теплую подкладку. Например, из какой-то двойной ниточки шерстяной. Видите, у меня шапка идет без подкладки. Подкладка вяжется просто, шапочка вяжется, например, крючком или спицами и пришивается вот здесь вот по краю резинки. Форму подкладки вы можете сделать тоже в виде колпачка. Или можете не вязать эту подкладку, а сшить из флиса. Будет теплая подкладка из двойного флиса. Кстати, вот так вот выглядит подкладка в одной из шапок, покажу вам. Это 100% шерсть, пряжа Вита Альпака Вул. Шапочку-подкладку я вязала крючком в одну нитку. И пришила, видите, ее по краю резиночки. И сделала ее такой подлиннее, эту шапочку. То есть она не сидит ровно по голове, а немножко также такая форма у нее, как колпачка. Также такие шапочки вы можете навязать кому-то на подарок. И я так подумала, что у всех моих подписчиков должны быть такие шапки новогодние, вязаные своими руками, а не те, что в магазинах нам предлагают купить. Мне, если честно, не нравятся вот эти магазинные шапки. Они быстро теряют вид, и они холодные обычно, из какой-то такой тонкой ткани. В них на улице долго не походишь. В общем, у каждого из вас должна быть такая шапочка, поэтому я решила снять этот мастер-класс. Также хочу вам напомнить, что на моем канале уже есть один мастер-класс по шапке. Это полосатая новогодняя шапка, новогодний такой колпак. Ссылочку на этот мастер-класс оставлю вам внизу под видео. По своему опыту могу сказать, что такие шапки очень хорошо носятся, стираются. Можно утюжить вот где у нас лицевая гладь. Если помпон съемный, то его можно снимать, чтобы шапку стирать, например, в стиральной машинке, потом привязывать. Можно стирать с помпоном, с ним, в принципе, ничего не случится. Пряжа хорошего качества, хоть и бюджетная, видите, катышков нету, не пеленгуется. Хорошо, в общем, носится. Мы с мужем месяц, так точно, каждый год в таких шапках ходим по улице. Обычно прохожие смотрят на нас и спрашивают, где вы взяли такие шапки. Если вы, например, захотите шапку связать подлиннее, такую, как у меня, то вам нужно будет делать убавки через большее расстояние
вот этих рядочков, то есть нужно больше провязывать рядов. Я там расписала вам на листике там по 10 рядов, по 8, по 4, по 6. А чтобы шапка была длиннее, нужно просто больше рядов провязывать. Там, там где 4 написано, например, нужно провязывать 7 рядов. Там, где 6, там на 3 ряда больше 9. Там, где 11, там 15. Убавки, в принципе, можно делать таким же образом, но между убавками должно быть больше рядов. И тогда шапка получится длиннее. Если будут вопросы какие-то по поводу вязания шапочек, то обязательно пишите мне их внизу под видео. Комментариях. Для вязания мы с вами возьмем пряжу Alize Lana Gold. Думаю, всем известна эта фирма, эта пряжа. Это турецкая полушерсть в 100 граммах 240 метров. Если у вас нету такой пряжи, точно такой, то можете найти какой-то аналог. Посмотрите, главное, по метражу, чтобы толщина ниточки была такая же. Чтобы размер шапочки у нас получился с вами одинаковый. Ну или если у вас будет совсем какая-то другая пряжа, то, понятное дело, будете вязать образец и делать уже расчеты по своей плотности вязания. Белый цвет пряжи это номер 55, красный цвет у меня номер 56. Спицы у меня номер 3,5 на короткой леске, чтобы было удобно вязать шапочку. Обзор этих спиц есть у меня на канале, перейдите по подсказке или ссылочка под видео внизу. Итак, для начала мы вяжем образец, чтобы определить нашу плотность вязания. Я набрала 20 петель и провязала, вот смотрите, в высоту 5 сантиметров. Маленький такой образец. Если вы никогда не сталкивались с этой пряжей, то постирайте ее, пусть образец высохнет, и только уже потом измеряйте вашу плотность вязания. Так как я сталкивалась уже не раз с этой ниточкой, то я не стирала и не сушила образец. Измеряю. У меня получилось 10 сантиметров. Видите, вот так примерно будет у меня резиночка на голове. То есть она не сильно вот так вот натянута, но и не сильно слабо, где-то посередине. В 10 сантиметрах у меня помещается 20 петель. Записываем себе такую пропорцию: 10 сантиметров равно 20 петель, 57 сантиметров знак вопроса. Объем головы у меня 57 сантиметров. Значит, чтобы узнать, сколько на наш объем головы нужно набрать петель, мы умножаем 57 на 20 и делим на 10. Когда мы умножили и поделили, то у нас получилось 114 петель. Раппорт нашего узора 4 петли, резинка 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Мы делим 114 на наш раппорт. У нас получается 28,5. Значит, нам это число 114 не подходит, так как раппорт просто не будет помещаться в это количество петель. Мы берем на 2 петли меньше, ну или хотите, берите на 2 петли больше. Главное, чтобы это число, количество петель, делилось на 4, на наш раппорт. Вот, 112 делится хорошо на 4, равно 28. Значит, для объема головы с 57 сантиметров я наберу 112 петель и плюс 1 петелька для соединения вязания в круг. Мы набираем петли самым обычным способом. Если вы новичок в вязании, то перейдите в плейлист для начинающих. Я показываю, как набираю петли самым простым способом. Ссылочку оставлю под видео. Потом нам нужно замкнуть вязание в круг, чтобы у нас был ровный и аккуратный край. Опять же, я уже показывала, как это делать. Ссылочка под видео. Смотрите все ссылочки под этим видео внизу. И после того, как замкнули вязание в круг, мы вяжем резиночку 2 на 2. Высота резинки в таком растянутом, как будто бы шапочка у нас уже на голове, виде 14 примерно сантиметров или 16, в зависимости от того, какую вы хотите получить ширину вашей резинки. У меня будет резинка с отворотом, и вот здесь вот у нас должно получиться примерно или 7 сантиметров ширины, вот примерно у меня уже почти 7, ну или 8, вяжем на свое усмотрение. Резинку 2 на 2 по кругу я вяжу классическими петлями. Ссылочку, как вязать классические петли по кругу, смотрите опять же под видео. Ну и вот я довязала резиночку, ее ширина у меня получилась, если сложить вот так вот, натянуть, немножко растянуть, как будто бы она на голове, вот 8 сантиметров. Теперь мы белую ниточку обрезаем, оставляя небольшой хвостик, и переходим на вязание красным цветом. Оставляем опять же сантиметров 10-15, провязываем первый ряд просто лицевыми петлями. Дальше мы будем постоянно вязать лицевыми петлями. Довязываем первый ряд и хочу обратить ваше внимание на то, как нужно провязать второй рядочек. При смене цвета пряжи второй ряд в данном случае мы провяжем так. Первую петлю мы просто переснимем на правую спицу. Мы ее не будем провязывать лицевой, а просто переснимем. Кончик нити подтягивайте
если петелька вытягивается. А дальше вяжем просто лицевыми петлями до конца ряда. Довязываем ряд до конца, последние 2 петли. Перевесим, давайте, маркер повыше. И все, дальше мы будем постоянно вязать по кругу красным цветом на нужную нам высоту. А в конце работы вот эти 2 ниточки, которые у нас на изнаночной стороне, нужно будет просто подтянуть петельку, одну и вторую, белую и красную. И все, у нас не будет здесь никакой ступеньки, будет ровный переход с одного цвета на другой. Мы провязали 2 рядочка красным цветом, и дальше нам нужно постоянно вязать по кругу. И давайте провяжем еще 21 ряд красной ниточкой. Получится у нас такое прямое полотно. И только потом уже будем делать убавки, формируя колпак. Продолжаем вязание. Провязываем в третьем рядочке первую петлю лицевой. Дальше все петли лицевые. В общем, вяжу дальше просто по прямой. Провяжу 21 ряд. В сумме получится с этими 2 рядочками 23 ряда красным цветом. И увидимся с вами уже тогда, когда нужно будет делать убавки на шапке. Ну вот я и провязала эти 23 ряда. И теперь в следующем 24 рядочке мы будем делать первый раз убавки. В одном ряду в дальнейшем мы всегда будем делать 4 убавки. У нас 112 петель. Я поделила все петли на 4 и повесила маркеры. Вот один пролет составляет здесь 28 петель. Дальше вот второй, третий и четвертый. В каждом таком пролете или группе у нас будет убавочка одна. И первый раз эту убавку мы будем делать в начале каждой этой группы. Голубой маркер — это у меня начало ряда, а остальные сиреневые маркеры обозначают эти все группы. Убавку мы делаем так. Снимаем одну петлю, провязываем следующую и одеваем предыдущую, которую мы сняли, на эту провязанную. Вот так. И дальше довязываем все остальные петли лицевыми просто до следующей группы из 28 петель. Так, вот у нас начало следующей группы. Опять же мы снимаем первую петлю этой группы, провязываем следующую и одеваем эту снятую на провязанную. Дальше довязываем до следующей группы, опять делаем убавку, потом довязываем петли до следующей группы и делаем последнюю четвертую убавку. И довязываем ряд до конца. Это мы закончили первый ряд с убавками. Довязала его до конца. Это были убавки номер 1. Дальше нам нужно провязать просто по кругу 11 рядов до следующих убавок. Давайте я сейчас эти 11 рядочков провяжу и покажу вам, как будем делать следующие убавки, по какому принципу вообще мы будем делать убавки на этой шапке. Ну вот, провязала я эти 11 рядочков, и теперь в следующем ряду снова будем делать убавки номер 2. Давайте я их так назову. Значит, смотрите, я вам сейчас все подробно расскажу. В прошлый раз вот одна убавочка, вот ее видно, и вот. Мы здесь делали убавки, теперь будем делать посередине, то есть между этими убавками, посерединке в этой группе петель. Сейчас у нас уже не 28 петель, а 27, то есть их можно поделить 13, 13 и 1. Вот эту одну центральную нам нужно убрать. Для этого мы провяжем лицевыми 13 петель, провязываем 13 петель. 13. И теперь аж делаем убавочку. Снимаем одну, провязываем и одеваем. Как и в прошлый раз, делаем убавку таким же образом. Итого получилось, что мы провязали 14 петель от начала ряда. Дальше довязываем 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Дальше вот этот маркер мы снимаем с этого места, где были предыдущие убавки, и вешаем вот сюда, на эту убавочку, чтобы просто было ее вам видно. Если вы убавки видите и без маркера, то можете маркерами не пользоваться. Переходим на следующую группу. Вот у нас следующие 27 петель. Опять же, посерединке между предыдущими убавками, вот одна и вторая, посерединке нужно делать убавку. Опять провязываем 13 лицевых и делаем убавочку. Раз, два и три. Вот так. Снимаем этот маркер и вешаем сюда. И дальше опять делаем все то же самое до конца ряда. Итак, до убавок номер 2 у нас было по 27 петель в каждой группе.
После убавок стало по 26 петель в каждой группе. Теперь после этих убавок номер 2 нам нужно провязать 8 рядочков лицевыми петлями просто по кругу. Вяжем просто прямое полотно такое. И дальше, когда у нас будут провязаны эти 8 рядов, мы снова будем делать убавки уже номер 3. И делать мы их будем между предыдущими убавками. Вот и вот предыдущая убавка. Значит, где-то здесь будет следующая. Вот я вам покажу здесь с этой стороны. Вот и вот убавка, значит, где-то здесь посерединке будет следующая убавка. У нас каждая группа составлять будет 26 петель на момент третьей убавки. И ровно по центру нужно будет делать убавку. Значит, нужно будет провязать 12 петель лицевыми. Потом сделали убавочку, это будет 13 петля. И потом довязываем еще 12 петель лицевыми. То есть после убавки номер 3 у нас каждая группа должна составлять уже 25 петель. Вообще вот эти все убавки можно делать вот четко, как я вам рассказываю, четко по центру каждый раз. Или же можно их делать на глаз. То есть вы вяжете, вяжете, видите, что находитесь между маркерами. В этом месте где-то провязали 2 петли в одну. То есть не нужно высчитывать 13, там 14, а потом еще сколько-то там петель. Просто на глаз провязывайте 2 в одну здесь, по центру между этими маркерами. Потом 2 в одну здесь. Потом снова провязываем несколько рядов по прямой. Маркеры перевешиваем на убавки, которые у нас получатся. И потом снова в следующем ряду с убавками. Опять же делаем все на глаз. Не нужно ничего высчитывать. Можно вязать и так. Но если мы будем все четко высчитывать, так как я вам показывала, то тогда наша шапка 100% будет иметь красивую форму колпачка такого. И вот смотрите, еще хочу показать вам. Я расписала все убавки и все рядочки, которые нам нужно провязать по прямой, на листике. Ссылочку на фотографию этого листика я вам оставлю под видео, чтобы вы могли себе скачать и вязать шапочку, уже смотря на эту картинку. Теперь давайте кратко поясню, что же я здесь порасписывала, чтобы вам было понятно. Вот смотрите, был провязан 24 ряд, и мы в нем делали убавки номер 1. У нас было 4 группы по 28 петель, после убавок номер 1. У нас стало по 27 петель в каждой группе. Дальше мы провязали 11 рядочков по прямой. Потом снова сделали в следующем ряду после 11 рядочков убавки номер 2. Было у нас в каждой группе по 27 петель. После убавок номер 2 стало по 26 петель. Вот только что мы с вами это сделали. Сейчас у нас в каждой группе по 26 петель. Дальше, как я вам говорила, нужно провязать 8 рядов сейчас по прямой. Вот сейчас я их буду вязать. И потом буду делать убавки номер 3, после которых у нас в каждой группе станет по 25 петель. Потом нужно будет провязать 4 ряда по прямой. И в следующем ряду будем делать убавки номер 4. Из 25 петель у нас сформируется 24 петли. Потом по прямой еще 4 ряда. И потом после этих 4 рядов в следующем ряду убавки номер 5. И из 24 петель у нас будет 23 петли. Здесь я уже не стала расписывать, здесь, я думаю, и так понятно. В общем, вы смотрите дальше на этот листик, на эту картинку и вяжите, как здесь все расписано до конца, вот до самого конца. Если вам что-то непонятно, то пишите мне вопросы в комментариях. Ну и встретимся мы с вами уже, когда я сделаю все 18 убавок. Видите, вот номер 18, это последний ряд с убавками. И также, я думаю, вы поняли и запомнили, что каждый раз вот эти все убавки мы делаем между предыдущими убавками. Ну вот, довязала я свою шапочку. Кстати, покажу, здесь я немножко дописала. После последней 18 убавки я провязала еще 6 рядов. У меня осталось буквально еще несколько метров пряжи. Я подумала, зачем мне остатки, зачем она будет лежать. И я ее вывязала. То есть здесь в конце нужно вывязать полностью всю пряжу, которая у вас осталась. Может получиться и 6 рядов, смотря какая у вас плотность вязания. А может быть и 10, вот я записала. 10 рядов, чтобы вывязать пряжу. Вязала я до самого конца шапочки, как вы видите, на укороченных спицах способом Magic Loop. То есть вытягивала вот так вот спицу. Получалась такая петля из лески, видите? И вязала себе. Шапочку я постоянно вязала строго по вот этому описанию, которое я вам оставлю. Поэтому убавки получились очень равномерные. Их, кстати, на шапочке очень хорошо видно. Как будто бы это у нас какой-то интересный узор получился. В итоге на спицах у меня осталось всего лишь 40 петелек. Вставляем нитку, кончик нити, который остался в иголку. И переснимаем все эти петли на нитку.
Вводим иголочку в последнюю петлю, убираем спицу и еще раз вводим иглу в самую первую петлю, вот сюда. И стягиваем вот так вот шапку. Теперь нужно сделать помпончик к нашей шапке. Он у меня уже вот готов. Диаметр помпона можете делать любым, но советую вам делать его не тяжелым. Ссылочку на то, как я делала помпончик, я оставлю вам внизу под этим видео. Или перейдите по подсказке и посмотрите. Чтобы прикрепить помпон к шапке, оставляем вот такой длины примерно пряжу. Красную ниточку и ниточку от помпона мы затягиваем внутрь и шапочку выворачиваем на изнаночную сторону. Стягивайте красную нитку максимально туго, чтобы вот здесь вот у вас было очень маленькое отверстие. Дальше мы обрезаем пряжу, расслаиваем ее пополам, берем крючок, вводим подушки, цепляем одну нитку, вытягиваем и связываем два кончика в узелок. И лишний хвостик красной пряжи обрезать. Теперь нужно потянуть хорошо за белую нитку, чтобы помпончик как можно ближе пододвинуть к краю нашей макушки вот этой вот. Разделяем ниточки. И опять же можно протянуть один хвостик под петли по одной стороне круга, а второй хвостик под петли на другой стороне вот этого круга. И потом их вместе связать. Я обычно на всех шапках помпон привязываю очень крепко, чтобы он был несъемный. Все готово. Так, помпончик мы с вами пришили. И теперь осталось пришить отворот. В принципе, вы как хотите. Можете его пришить, можете так вот и оставить. Я обычно пришиваю. Для этого мы вводим иголочку. Вот так вот. В одну ниточку пришиваем. И пришивать будем за последний ряд, который мы провязывали белым цветом. Значит, смотрите. Там, где у нас лицевые петли, мы их должны пришить напротив изнаночных. Вот за эти дужечки, видите? Вот так. Теперь вводим сюда и еще раз вводим за изнаночную, а здесь за лицевую, напротив лицевой дорожки. Вот такими простыми стежками пришиваем отворот по всему кругу. И удобнее всего пришивать, когда у нас внутри шапочки находится какая-то голова, какой-то манекен нужного нам размера, объема головы. Или, например, можно подушку подложить, чтобы было удобно вот это вот все сшивать. Чтобы у нас полотно было вот в таком виде, немножко натянуто. Так, я уже заканчиваю сшивать. Чуть-чуть вот осталось. Теперь связываем эти два кончика. И теперь эти кончики можно протянуть крючком внутрь нашей шапочки, внутрь нашей резинки, вот так вот. На несколько сантиметров можно протянуть и обрезать лишние хвостики. Там, где у нас переход нити с одного цвета на другой, мы также связываем все. Вот так вот в узелок. Красную ниточку прячем на красном полотне, а белую пускаем на белую часть. Длина моей готовой шапочки получилась 63 сантиметра. Это от начала резинки и учитывая помпончик. На такую шапку ушел один моточек Lana Gold красного цвета и один моточек белого цвета. Получается, что белого цвета нужно пол мотка на резинку только, и пол моточка уходит на помпончик. Примерно пол мотка, может чуть-чуть меньше, в зависимости от того, насколько объемный вы сделаете помпон. Как ухаживать за нашей шапочкой, читаем на этикетке. Ее можно гладить утюгом, можно с паром хорошо отпаривать. Я всегда отпариваю такую шапку только там, где у нас красный цвет, а резиночку никогда не отпариваю, потому что эта резинка, понятное дело, ее гладить не нужно. Стираю я свои шапки только руками и в прохладной водичке, градусов 30, не больше. И сушить можно на ровной поверхности. А на этом у меня все. Я вам желаю провести хорошо рождественские и новогодние праздники, и чтобы в ваших домах всегда был мир, радость, тепло и уют. Ну и как обычно, желаю вам ровных петелек вязания. Старайтесь, вяжите, и у вас всегда все будет получаться. Всем пока!